хотели меня досочку шлифануть. Вот я одну сторону спробовал. Сейчас нужно пройдусь немножко края. Вот она. Лаком покрытая. Нужно ее на черновую хотя бы снять. Давай, поехали. Видно, да, что она залачена. Операция у нас стоит вот эта. Я пока без вентиляции работаю. Посмотрим. Есть здесь эти самые отверстия, они позиционированы. Ладно, погнали. Готово. Кисточка. Опс. Обратно зажимаем. Ну и еще теперь с края эти, которые не доставала машина. С этой стороны пройдусь с этой. Вообще кино. Значит, смотри. Выдуваем. Края немножко у ленты пообтерлись. Блин. Так, спросите. Какой зернистости. Ставим 120-ку. Сейчас позиционируем. Скорость стоит на пятерке. Оставим на пятерке, посмотрим. Обратную сторону на 120-ке. Скорость не меняем. Пятерочка стоит. Вот она. Снимаем. Итак, 220. Долго ставлю. Неудобно. Итак, скорость, наверное, уменьшу. На четверочку поставлю. Точно поставил, нет? Не с чем позиционировать.
что, я надеюсь, последний раз пройтись и мелкой наждачкой. Скорость четверочка где-то там. Чтобы подбирать по шланг. Торцы-то я сейчас сделаю быстро, это вот так делается. Итак, размеры 40 на 25. Осталось только покрыть ее. Я отпилил один край. Ну, чуть ошибся, но бывает такое, хрен. Короче, здесь осталась черта, и здесь осталась часть не шлифована. Ладно. Маслицем ее. Ну, ох. Так. Там, где много, значит торец. Если масла много, то значит надо на торец. Так-то красивая доска, да? Я не знаю, блин. Впитается и впитается, будет она служить людям. Или быстро сломается, или они ее испортят. Хрен его знает. Все, больше не лезет ворс. Отлично. Так.